Но я знаю, что у нас есть еще один сюрприз. Вы пришли сегодня на эфир не одна. Откройте тайну, с кем? Вместе с моим другом, музыкантом Кареном Саркисяном. Карен, мы вас просим взойти к нам на сцену. С Кареном мы уже работаем 3 года. Здравствуйте. Его всегда очень хорошо принимают. Спасибо. И исполним как раз ту песню, которую хорошо принимает. Это армянская народная песня. Я только поясню нашим зрителям, что Карен играет на дудуке. Да. Называется дудук. Я еще слышал, говорят, душа абрикосового дерева. Да? Так красиво надо поехать. К сожалению, время летит в эфире быстро. Мы бы еще посидели и поговорили. Думаю, что не последний раз вы приходите к нам в гости. Давайте тогда вот этой песней красивой. Не все нам удалось послушать, но ничего, еще успеем. Закончим нашу сегодняшнюю встречу. Спасибо всем, кто нам звонил. Зара и Карен Саркисян. Вайдели яман, эка.
Яман, Яман. Это все отмечают. Хотя песня о любви, о светлой любви. Спасибо вам большое. К сожалению, мы выходим на новости. Там новости — это святое на телевидении. Они должны выйти. Но я надеюсь, что мы еще с вами увидимся у нас на канале. Жду вас на концерте. Да, с удовольствием мы с вас придем. Кареном, мы с Кареном вас ждем на концерте 30 октября в Октябрьском. Спасибо, Зарочка. До встречи. До встречи.